привет! И сегодня у меня влог. Ко мне сегодня приезжают мои две подружки, самые лучшие, Настя Князева и Милана Хаветова. Ну, Милана еще должна приехать. Но еще успеет. Да, поэтому мы приезжаем. Настя уже приехала. Ко мне на девку пойдемте. Да, я привет. Посмотри. Улитка такая, покажи. И моя жёлтенькая. Она на телефон украла. Храните. Что снимать? Типа как мы летаем. Кемилина лолино, камали нини лино, комати нини нино. Е. Кемия и сагатол, дини я и сагатол. Она забыла дома? Да. Ты его так долго собирала? Да. И ты без всего? Я 2,5 часа его собирала. Мы тебе щетку найдем, новую. Да. У меня специальный... Если что, звоните. Я украла телефон Иваны Хамида. Как провожаем мы с Стай? Пока! Пока! Провожает Настя! Пока! Пока! Это вы родители провожаете? Ага. Всем до свидания. До свидания. Мы одни. Все. Он вообще не разбомбил. Мы играем в Roblox все втроем на одно Roblox. А вы же можете играть, сидя у себя дома каждый. Нет, там другое. А где я? Вот он прямо. Ты куда ее дела? Сейчас мы ее сделаем. Вот она. А кого вы там нашли? Улиточка. Улиточка, это Дуся. Так тихо, давайте посмотрим, она шевелится, нет? Она спит просто. Она дышит. Вы ее разбудили. Она дышит. Ты чувствуешь это? Я вижу это. Где, как? Ясно, вещай! Она сдохла. Дуся, ты не умерла, ура! Мой первый питомец не сдох. Вот она, смотрим за тебя. Да, вот она. Вот тут вот она. Стой. Вот, покажи, подай! Вот, но она живая, вот она. Просто Настя признала, видишь, она только с Настей общается. Потому что я ее подобрала, я ее спасла. И ты ей дала имя, да. А да, я жить она будет у меня все равно. Вот она. Вот она, смотри. Вы ее разбудили. Что вы смотрите? Барбоскины на даче. Это ужас, это не Барбоскины. Мы обсуждаем то, что... Верните мне старую заставку, старую маму, нормальную, не жмыхнутую. Старую маму? Дружок с нормальным голосом. Знаете, но графика реально прикольней стала. Ну реально какая-то реально совсем... Малыш, ты гений! Я знаю. Папа, включи YouTube. Чуть-чуть выключили? У нее лимит стоит. Лимит. Ладно, вот тут посмотрим. А что это? А есть обходные пути? Есть. Сафари. Кто это идет? Ой, как все мутно стало. Как можно так долго спать? Ну мы же можем. Я до 12 могу поспать. Я только один раз в своей жизни поспала до 11:30. Серьезно? Ты не могла так. Каждый после Нового года всегда спит до часу дня. После Нового года? Ага, я знаешь, скольки? Я в 7 встала. Да даже не в 7, а в 6:40, наверное. Я очень рано после Нового года встала. Но... Господи, я лучше поем. Привет. Ты куда едешь? Привет. Ты куда едешь? Обики на маникюр. Аби, смотрите, какой у нас. У вас дождь. А у нас очень, у нас солнышко яркое. Да, и в субботу плюс 31, и в воскресенье тоже. У нас, да, у нас... Вроде налаживают. Да. Открой. Подожди, вот так вот сделала, отряхну. А-а-а. Все. Тоналка не лаши.
я буду красный. Скажи. Моргни, если тебя держат в заложниках. Закрой. Да, я уже столько не меняла, вот реально. Не люблю, когда меня красят. Я люблю, когда я сама крашу. Да, да, ты обещай. Куда вы пошли? Идем с дорожным гулять. О, а есть секрет. Милусик, симпампусик, красотусик. Пока, Лилёшка. Симпампусик, крутисусик. Я поняла всё. Она уехала. Она не убежала. Она убежала. Dance for me, dance for me, dance for me. I've never seen anybody do that thing to before.